В территориальные органы Пенсионного фонда России продолжают поступать обращения граждан о том, что в банках, страховых компаниях и других местах им назойливо предлагают перевести их пенсионные накопления в разные негосударственные пенсионные фонды. Нередко представители негосударственных пенсионных фондов совершают обход граждан на дому, представляясь при этом сотрудниками Пенсионного фонда России. Ими приводится один аргумент, что если не перевести в негосударственный пенсионный фонд свои накопления, со следующего года государство их заберет и пустит на пенсии пенсионерам. Действительно ли можно остаться без пенсионных накоплений и надо ли переводить деньги из государственного пенсионного фонда в частный, спрашивают нас обеспокоенные владельцы пенсионных накоплений. В этой связи мы можем разъяснить, уважаемые граждане, ваше пенсионное накопление государство себе не заберет и на пенсии нынешним пенсионерам не пустит. Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд не существует, вне зависимости от того, где они у вас формируются. Это может быть и как государственный пенсионный фонд, так и негосударственный пенсионный фонд. Накопления инвестируются и будут вам выплачиваться после выхода на пенсию. Переводить ваши накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше право. Вы сами должны решить, кому в части будущей пенсии вы больше доверяете – государству или частной компании. Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, отнеситесь к выбору фонда максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не подписывая, как это часто бывает, какие-то документы при приеме на работу, оформлении кредита, покупке мобильного телефона и тому подобное. При этом не забывайте, если вы меняете пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет, ваши деньги переводятся в него без учета инвестдохода. Вам это не важно.